Здравствуйте, в эфире программа «Тест-драйв» и ее ведущие Алина Усманова и Александр Гусаров. Саша, ты знаешь, вот такая тема у меня в последнее время стала очень интересна. Ведь не всем, далеко не всем потребителям по карману иметь в своем гараже несколько автомобилей на разные случаи жизни. На одном подъехать на какую-нибудь светскую вечеринку, допустим, в театр, выйти красиво вальяжно в вечернем платье, в смокинге. На другой с детьми поехать в детский сад, на третий с друзьями на рыбалку. Ведь для всех этих случаев нужны машины разного свойства. Ну, в общем-то, именно поэтому, собственно, Алина, был в свое время, появился, вернее, такой класс, как кроссоверы или паркетники их еще называют. Дело в том, что это машины, не обладающие какими-то сверхвнедорожными свойствами, тем не менее, они, как правило, сидят выше любого обычного универсала, который построен на кузове седан, обладают большой возможностью по трансформации салона, и при этом вот они действительно универсальны, потому что ты можешь поехать и на шашлык, ты можешь поехать и в кино, и на светский раут, потому что, в принципе, в них удобно чувствовать себя как женщины, так и мужчины, и это очень удобно. Эти машины, к сожалению, нельзя назвать так уж дешевыми, такими уж дешевыми, потому что, в принципе, цена Chevrolet Captiva подбирается к миллиону. Это в базовой комплектации именно та машина с V-образной шестеркой, которая у нас представлена на тесте. Citroen C-Crosser тоже новинка отечественного рынка. И он также стоит за миллион. Но это топовая версия. Итак, у нас сегодня в программе тест-драйв Chevrolet Captiva и Citroen C-Crosser. Смотрим. Глядя на сегодняшних дуэлянтов, можно только порадоваться за Citroën и Chevrolet. Наконец-то французы и американцы открыли для себя мир компактных кроссоверов, а значит, конкуренция в этом востребованном сегменте будет еще более высокой, еще более напряженной, что, несомненно, только на руку покупателя. Но особой радости почему-то нет. Ведь и тот, и другой вошли в этот мир, так сказать, через заднюю калитку, ловко воспользовавшись ажиотажным спросом на компактные паркинги. Ни для кого не секрет, что Citroen C-Crosser, как и его брат-близнец Peugeot 4007, не что иное, как Mitsubishi Outlander XL. Японский донор, поделившийся с французами характерной формой кузова, интерьером и технической начинкой. И хоть именно Citroen, на наш взгляд, вышел самым симпатичным из всей троицы, оценка за оригинальность, которой так гордятся дизайнеры двойного шеврона, в случае с C-Crosser едва дотягивает до тройки. Captiva, построенная на джемовской платформе, Zeta также имеет родственную душу в лице кроссовера Opel Antara. Правда, в отличие от японско-французского трио, американцы все же удосужились изменить кузовные панели, а также интерьер. Но на деле наш Chevrolet вовсе не американец, а самый, что ни на есть, кореец с девичьей фамилией Дэу. Впрочем, стоит ли опровергать бренд-инжиниринг, который так стремительно набирает обороты в последнее время? Может, в очередном витке автомобильной эволюции не так и много плохого, как могло показаться на первый взгляд? Ответ на этот вопрос даст сравнительный тест Citroen C-Crosser и Chevrolet Captiva. Начало производства кроссовера Chevrolet Captiva – апрель 2006 года. Автомобиль выпускается на основном заводе в городе Бупайонг, Южная Корея, а также методом крупноузловой сборки SKD на заводе под Санкт-Петербургом. У себя на родине Chevrolet Captiva продается под именем Deo Windstar. В Австралии – как Holden Captiva, а в Европе и России этот автомобиль известен по соплатформеннику Opel Antara. В арсенале машины два бензиновых двигателя объемом 2,4 и 3,2 литра, мощностью 136 и 230 лошадиных сил соответственно. Рядная четверка может агрегатироваться как с механической, так и с автоматической коробкой передач, в то время как мотор V6 доступен только с автоматом. Полноприводная трансмиссия Captiva устроена просто. В обычных условиях движения крутящий момент передается на переднюю ось, а задние колеса подключаются автоматически по мере проскальзывания передних. У Chevrolet Captiva спокойный, в меру солидный дизайн, который умело маскирует невысокую цену этого кроссовера.
в результате чего автомобиль выглядит дороже, чем он есть на самом деле. Впрочем, чувство дороговизны обманчиво и быстро сходит на нет при более детальном знакомстве с Каптивой. На поверку перед нами все тот же недорогой и простой в техническом плане корейский автомобиль. Производство Citroen C-Crosser налажено в японском городе Мицусима в июле 2007 года. В России автомобиль предлагается с двумя типами двигателей. Бензиновым объемом 2,4 литра мощностью 170 лошадиных сил, который может быть агрегатирован с пятиступенчатой механической или вариаторной трансмиссией, а также дизельным силовым агрегатом 2,2 HDI мощностью 160 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Полноприводная трансмиссия C-Crosser'а с электромагнитной муфтой позволяет выбрать один из трех режимов движения. 2WD, когда привод осуществляется только на передние колеса, автоматический 4WD с подключением задней оси при пробуксовке и стартах с места, а также режим LOCK, когда электромагнитная муфта блокируется принудительно. Дизайн Citroёn C-Crosser запомнился оригинальной передней частью, в которую очень удачно вписаны фамильные черты корпоративного стиля французской компании. Но в то же время с других ракурсов трудно отделаться от мысли, что перед нами наспех перелицованный японский кроссовер Mitsubishi Outlander второго поколения. Саша, если говорить об интерьере C-Crosser, я могу сказать, что каких-то дизайнерских изысков здесь не найти, но все, в общем-то, достаточно просто и наверняка удобно, правда? Да, удобно. Посмотри, обрати внимание на выверенный блок микроклимата, три барашковые гайки. Пусть он не раздельный, но, тем не менее, поворачиваются они с видимым усилием, что, в общем-то, действительно удобно, поскольку ты сразу определяешь, куда и как, на какой позиции в данный момент находится эта гаечка. Управление магнитолой также перед глазами. В общем-то, тем не менее, увеличить или уменьшить звук, заменить радиостанцию ты можешь с помощью вот этих вот клавиш на руле. Единственный минус, что, в общем-то, странно для недешевого все-таки автомобиля, то, что рулевое колесо регулируется лишь в одном направлении по высоте. По вылету оно не регулируется. Это странно. Если говорить о качестве пластика, то, несмотря на то, что он жесткий и довольно гулкий, да. Тем не менее, я могу сказать, что он не производит впечатление дешевого. Это на сегодняшний момент, кстати, у многих машин такая деталь, она заметна, поскольку пластик становится жестким, но тем не менее он очень красивую отделку имеет и, соответственно, смотрится дорого. Согласись. Ну да, у него есть фактура соответствующая. Вот, он не какой-то, не отдает дешевкой. Вот это вот самое важное. Тем не менее, здесь я могу еще раз повториться, здесь действительно все функционально и очень удобно. Citroen C-Crosser продается в России в двух комплектациях. При базовом уровне оснащения автомобиль уже имеет в своем арсенале 6 подушек безопасности, ABS, систему динамической стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, литые колесные диски и многое другое. Стоимость базовой версии 963 тысячи рублей. Доплата за вариаторную трансмиссию 14 тысяч рублей. В версии эксклюзив за 1 миллион 104 тысячи рублей к списку опций добавляются кожаный салон, электропривод кресла водителя, ксеноновые фары, 18-дюймовые колесные диски. Примечательно, что уже при начальном уровне оснащения C-Crosser может похвастаться 7-местным салоном и продуманной схемой трансформации второго ряда сидений. Но от себя отметим, что из-за тесноты задний ряд годится только для перевозки детей. Нахождение там взрослого человека видится нам малоприятным и крайне утомительным занятием. Интерьер Citroёn C-Crosser понравился. Качественными материалами отделки салона, отличными передними креслами с ненавязчивой боковой поддержкой, цепкой обивкой и широким диапазоном регулировки, обилием мест для мелкой поклажи, а также удобным управлением блоком микроклимата. Не понравился. Отсутствием показателя температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов, неудобным расположением площадки для отдыха левой ноги, а также скупостью дизайна передней панели, которая без изменений перекочевала сюда из салона японского брата-близнеца Mitsubishi Outlander XL.
Саш, ну, здесь мы наблюдаем обратную ситуацию. Если в Секроссере было все очень лаконично, удобно, сдержанно, то в данном случае... Скажем так, излишне скромно. Ну, может быть, излишне, но кто-то любит, наоборот, когда нет вот этих всяких навороченных вещей. В данном случае как раз наоборот. На мой взгляд, немножко перемудрили дизайнеры Captiva. Кроме того, можно отметить, что в пределах одной этой панели 4 разных вида пластика. Наверное, хотели что-то громко заявить дизайнеры. В данном случае получилось, по-моему, просто ну, перебор разных фактур, которые не очень красиво смотрятся вместе. Ну, в общем, я соглашусь тут с тобой. Я бы оставил, может быть, 2 вида пластика. Причем, кстати, нужно заметить, что сама панель здесь мягкая, в отличие от Citroёn. Это неплохо. Это неплохо. Это, ну, действительно, лично мне это импонирует гораздо больше. Из минусов я бы ответил здесь больше то, что мне не очень понравился руль. Дело не в том, что он имеет какое-то особое сечение. В общем-то, он, мне кажется, очень идеально подходит для этого автомобиля. У меня возникли претензии вот к этим кнопочкам, которые ведут работой аудиосистемы, они расположены слева, и с правой стороны темпомата, но круиза контроля. Здесь более плоские сиденья, как ты видишь, да? Но они имеют боковую поддержку, и вот здесь я могу сказать, что идеальных сидений в принципе не существует, потому что спортивные сидения, они хороши в момент, когда тебе 20, 30, 40 лет. Но когда тебе 50-60, а среди владельцев этих автомобилей без сомнения конечно, встретятся люди и такого возраста, так вот я могу сказать, излишне спортивные сидения Citroёn им придутся совершенно не по нраву. Здесь им будет гораздо удобнее. Цена Chevrolet Captiva в начальном уровне оснащения всего 799 тысяч рублей. Это одно из самых выгодных предложений в классе среднеразмерных внедорожников по соотношению цена-количество автомобиля. При этом уже в базовой версии Captiva есть 4 подушки безопасности, кондиционер, система динамической стабилизации ESP, магнитола и задний парктроник. А доплатив 126 тысяч рублей, к этому списку можно добавить автоматическую коробку передач и третий ряд сидений. Ценники на Chevrolet Captiva V6 в версии LT начинаются с отметки 1 миллион 23 тысячи рублей. А по максимуму оснащенный автомобиль с кожаным салоном и электроприводом водительского кресла дилеры оценивают на 63 тысячи дороже. Интерьер Chevrolet Captiva понравился. Большим запасом пространства в передней и особенно задней частях салона. Лаконичной, хорошо читаемой комбинацией приборов, вместительным перчаточным ящиком, а также обилием мест для мелкой поклажи. Не понравился. Рулевым колесом, перегруженным кнопками вспомогательных функций. Отсутствием индикации селектора автоматической трансмиссии. Неудобными передними креслами со слабой боковой поддержкой. Нечитаемым в солнечную погоду дисплеем стереосистемы, а также дисплеем климатической установки с большим количеством мелких символов. Саш, ну поскольку мы с тобой сегодня тестируем кроссоверы, конечно, в этих автомобилях багажник имеет очень большое значение. Ну, я с тобой целиком и полностью согласен. Так вот, я могу сказать одно. Чем Chevrolet уступает, предположим, Citroёn? Дело в том, что, несмотря на то, что машина гораздо выше, так вот, объем багажного отделения здесь меньше, чем в Citroёn. При том, что как у обоих странно, запаска да? расположена под днищем, там есть третий ряд сидений, здесь очень удобные боксы и все. Тем не менее, погрузочная высота из-за того, что машина выше, здесь также выше, плюс меньший объем багажного отделения. И еще одна деталь, если мы сейчас закроем крышку, вовсе не обязательно открывать багажник для того, чтобы, выйдя из супермаркета, положить несколько сумок в него. Соответственно, здесь предлагается некое решение приподнять вот это вот стекло, то есть верхнюю часть двери. Но, попытавшись положить сюда сумки,
я, естественно, буду неизбежно испачкаешься. Ну, это вот типичный американизм. Американцы считают, что это сделать возможно, но все-таки Америка — это страна немножко с другим климатом, чистая, да, и с другим уровнем чистоты на улице, чем у нас. И действительно, эта поверхность 9 месяцев в году совершенно точно будет грязной от наших дорог, от нашей пыли, от наших дождей. В данном случае можно сказать, что это минус этого автомобиля. Это да, поэтому я предлагаю сейчас перейти к Citroen и поговорить о том, как устроена дверь именно в этом японском французе, можно так сказать. Ну что, Саш, чем же багажник Си-кроссера все-таки обошел, как нам показалось, Шевроле? Ну, нам не только показалось, это, в общем-то, объективная реальность. Дело в том, что, посмотри, объем багажного отделения здесь гораздо больше. Это, я еще раз повторю, что колесо запасное также расположено под днищем. Здесь есть третий ряд сидений, он предлагается уже в базе. Пусть оно маленькое, но, тем не менее, оно есть. И еще одна деталь. Для того, чтобы уложить сумки, достаточно просто приподнять верхнюю его часть. Ты можешь сказать, что я могу испачкаться об бампер? Ну, по крайней мере, здесь площадь ниже этой поверхности, которую можно испачкать. Но я могу вообще исключить вероятность того, что я испачкаюсь, откинув вот это нижнюю здорово. Его часть. И, соответственно, я смогу достать практически до конца в самое дальнее, вернее, достать до самой дальней его части. Причем, что важно, эта часть, она вообще до этого находилась внутри, и она точно совершенно будет чистой. Она будет чистой. Это действительно выгодно, это удобно, и, как мне кажется, подобное решение, которое предлагается в Citroen, оно, ну, более совершенно с точки зрения именно чистой механики и удобства. Несмотря на то, что в багажнике Си-кроссера прячется третий ряд сидений, его грузовой отсек оказался больше, чем у Каптивы. 540 литров в пятиместном варианте и без малого 1700 литров при сложенных сиденьях второго и третьего ряда. Правда, если в Citroen усадить семерых пассажиров, места для поклажи почти не останется. Да и справиться с выуживанием сидений галерки из подполья под силу далеко не все. Багажник «Шевроле» без опционного третьего ряда сидений меньше «Ситроеновского» на 125 литров. И еще 120 литров проигрывает при полностью разложенных креслах. И это при том, что «Каптива» выше и шире «Си-кроссера». Но при этом у «Шевроле» под полом есть дополнительные отсеки, которые без сомнения оценят как рыбаки и охотники, так и люди, предпочитающие все свое возить с собой. «Шевроле Каптива» с мощным мотором V6 обещает очень убедительную динамику разгона. Согласно паспортным данным, 230-сильный силовой агрегат разгоняет почти двухтонную тушу кроссовера до первой сотни менее чем за 9 секунд. Темперамент на уровне заряженного хэтчбека. Но как ни старайся, выжать из «Каптивы» хоть капельку спортивной злости не получится. Мощного разгона можно ожидать, лишь впечатав педаль газа в пол, навалившись на нее всем телом. Преодолев сопротивление задемпфированного привода акселератора и нехватку момента, «Шевроле» без энтузиазма начинает разгон. Уложиться в 9 секунд можно лишь при хорошем попутном ветре и наличии серьезного уклона. Эта машина категорически против светофорных гонок с выкручиванием оборотов до ограничителей. Несмотря на то, что автомобиль оснащен шестицилиндровым силовым агрегатом, какой-то сумасшедшей взрывной динамики ждать от этой машины все-таки не приходится. Тем не менее, машина ускоряется и ускоряется очень и очень хорошо. Больше того, я могу заметить, что ощущение скорости на ней практически отсутствует. То есть понять, с какой скоростью в данный момент ты движешься, иногда бывает непросто.
бросаешь взгляд на спидометр, и о ужас, ты уже идешь 100 км в час. Согласитесь, это с одной стороны говорит о том, что машина имеет отменную плавность хода, и без сомнения этот автомобиль придется по вкусу тем людям, для кого плавность хода является главноопределяющим основой при выборе будущего собственного автомобиля. Так вот, Captiva всеми этими качествами обладает на все 100%. Флегматичность Captiva скрывается в настройках автоматической трансмиссии. Автомат так заботливо оберегает своих попутчиков от резких рывков, что реакция на добавление газа порой затягивается на несколько секунд. А небольшие перемещения педали союз мотора и коробки и вовсе игнорируют. Нет возможности ускориться и в пределах одной передачи. Получив команду на увеличение скорости, автомат неспешно опускается на одну ступеньку ниже и только потом дает добро на разгон. Обратная сторона такого полусонного состояния – почти мерседесовская плавность переключений. При наборе скорости работа автоматической трансмиссии практически незаметна, а едва уловимые рывки ощутимы лишь при переходе на низшие ступени. Кажется, что автомат несколько архаичен. У него, во-первых, нет переключений имитации ручного режима. То есть его работа, тем не менее, как мне кажется, она очень и очень неплоха. Я вам скажу больше. Переключение вверх-вниз во время резкого ускорения или сброса педали газа, то есть сброса газа и падения скорости, также осуществляются практически бесшумно, и никаких рывков, резких дерганий также нет. Южной Корее удалось создать очень гармоничный автомобиль, в том смысле, что поведение Chevrolet Captiva на извилистом шоссе полностью соответствует ее разгонной динамике. Автомобиль заметной линцой меняет прямолинейный курс, реагируя на отклонение размашистого рулевого управления с заметным запаздыванием. Правда, встав на дугу поворота, Captiva радует однозначным поведением и почти полным отсутствием крена. А в пределе оказывается едва ли медленнее, более спортивного, как на вид, так и на ощупь, Citroёn C-Cross. К сожалению, обратной связи рулевого привода хватает лишь на пологие повороты. В крутых виражах руль окончательно пустеет, лишая водителя обратной связи с дорогой. А вот при движении по прямой у Captiva однозначный зачет. Низкая чувствительность рулевого управления, которая так досаждала на извилистом шоссе, на прямиках позволяет вести машину без напряжения, если не сказать расслабленно. При этом руль полностью изолирован от дорожных вибраций. Понравились и тормоза. Педаль тормоза хоть и тугая, да к тому же с заметным свободным ходом, но в штатных режимах замедление происходит прогнозируемо, а сам привод радует хорошей обратной связью. Правда, при более интенсивном торможении автомобиль затормаживает чуть сильнее, чем водитель давит на педаль. Но на сухом асфальте это не доставляет неудобств. Если говорить об управляемости этого автомобиля, то можно отметить лишь одно. Он, в принципе, очень и очень неплохо прописывает пологие повороты, проходит их, не пытаясь распрямить траекторию. Больше того, вот этот вот
руль, как бы кажется, что излишне размытый и мягкий руль. Я уже неоднократно сталкивался с этой ситуацией, когда именно подобные настройки руля показывают себя идеальным образом именно при рулении по прямой и по прихождении каких-то пологих поворотов даже на очень высокой скорости. Достаточно просто задать правильную траекторию этому автомобилю, как он пройдет ее словно по рельсам, словно трамвай. Согласитесь, учитывая, что машина имеет довольно развитую колесную базу, она широкая, в общем-то, это также можно отнести к плюсам этой машины. Что мне кажется из минусов, если говорить в частности о просто рулении? Так вот, опять же этот же руль. Если попытаться проводить активное руление, то его не будет закусывать, нет. Но, тем не менее, совершать какие-то резкие маневры, то есть, я не знаю, даже объезд препятствия неожиданно возникшего, так сказать, тот так называемый лосиный тест, на нем будет сделать это не совсем просто. Дело в том, что производительности гидроусилителя вполне достаточно, но сам руль по сечению довольно большой, поэтому и амплитуды, которые приходится им совершать, также немалы. Вот посмотрите, мы сейчас специально остановимся для того, чтобы посмотреть, как и с каким усилием я буду вращать, в общем-то, это рулевое колесо. Для того, чтобы совершить вот эти вот движения от полного поворота колес до полного, в общем-то, нужно сделать не так уж много движений. Но, тем не менее, как мне кажется, усилия, которые приходится прикладывать при управлении этим автомобилем, оно достаточно велико. С одной стороны, явно производитель просчитывал размеры колес автомобиля и, естественно, самого рулевого колеса. Тем не менее, вот эти вот минусы, они становятся заметными именно на больших скоростях и при активном рулении. В остальном, как мне кажется, Chevrolet Captiva более чем интересна, и пусть она проигрывает Citroen именно по части какого-то экстремального вождения, по драйверским своим настройкам. Тем не менее, автомобиль, я еще раз скажу, очень и очень интересный, и, как мне кажется, он без сомнения придется, может быть, не столь амбициозному покупателю, покупателю, который предпочитает неспешное, плавное передвижение из пункта А в пункт Б по вкусу. И именно эти настройки будут казаться человеку наилучшими. Увы, но плавность хода Chevrolet Captiva осталась для нас непознанной. А причина этого – сильно изношенный подвеск. На тестовых машинах такое встречается не так уж редко, и, как правило, мы деликатно умалчиваем. Об этом прекрасно понимаю, кто и зачем довел ее до подобного состояния. Но на этот раз промолчать означало бы не сказать ничего. Сквозь симфонию разномастных стуков едва уловимо витали лучшая, чем у Citroёна, плавность хода, а также некогда завидная стойкость подвески пробоя, провоцирующая к преодолению неровностей на полном ходу. По всей видимости, это и стало основной причиной ее быстрой кончины. Но если заглянуть в паспортные данные Chevrolet Captiva, можно без труда увидеть и косвенную причину подобного прецедента. При снаряженной массе автомобиля в 1850 кг состояние деталей подвески на нашей машине уже не вызывает особого удивления. Благодаря большим зеркалам, в общем-то, вы всегда можете оценить ситуацию справа или слева. Во внутрисалонное зеркало, оно тоже, кстати, не маленького размера, также видно все. Больше того, я отмечу тот факт, что подголовники второго ряда сидений у Chevrolet Captiva не убираются до конца, чтобы они были заподлицо со спинкой. Так вот, они, тем не менее, если вы бросаете беглый взгляд назад, они вам не мешают. И это также можно отнести к несомненным плюсам этой машины.
заметно проигрывает своему американо-корейскому конкуренту по мотору. Вместо V-образной шестерки 4 цилиндра в ряд. Против 3 с гаком литров объема всего-то 2,4. Да и разница по силам 60 лошадок. Как-то не вяжется с представлением о честном соперничестве. Тем более, что в заявленном разгоне до первой сотни Citroёn уступает Chevrolet более 1,5 секунд. Одним словом, при бумажных тестах Citroёn C-Crosser, как ни крути, оказывается в тени своего более мощного оппонента. Но на деле не только не проигрывает ему в разгонной динамике, но и оказывается на голову выше по управлению тягой и отменной взаимосвязи мотора и коробки. Несмотря на ровную характеристику разгона во всем диапазоне оборотов, C-Crosser необычайной легкостью реагирует на перемещение педали акселератора, охотно выкручивая мотор до красной зоны тахометра. По делу здесь и слегка растянутый передаточный ряд трансмиссии. Силовому агрегату с лихвой хватает задора, чтобы раскрутить длинную коробку и при этом не напрягать водителя лишними манипуляциями рычага КПП. Впрочем, хвалить французских инженеров за столь живые настройки силового агрегата и трансмиссии было бы лукавством. Все моторные заботы лежали на плечах японских мотористов, а те, в свою очередь, использовали уже проверенные временем решения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по своему поведению Citroёn C-Crosser очень живо напомнил Mitsubishi Outlander первого поколения. Я уже сказал в самом начале, что нам достался Citroёn с 4-цилиндровым силовым агрегатом и механической трансмиссией. Так вот, двигаясь в колонне, я могу сказать лишь одно. Он практически не проигрывал, несмотря на то, что у него на 2 цилиндра меньше, объем гораздо меньше. Тем не менее, по своим динамическим качествам и свойствам он вовсе не проигрывал Chevrolet Captiva. Посмотрите, как мгновенно стоит нажать на педаль акселератора, как машина, вот сейчас мы движемся на третьей передаче, как она мгновенно, стрелка устремляется вверх к зоне отсечки практически, и машина мгновенно начинает ускорение. Я понимаю, что вполне возможно, будь этот мотор агрегатирован даже с вариатором, динамика у него была бы несколько хуже. Тем не менее, машина, по идее, уступает как по лошадиным силам. То есть по своей мощности она гораздо меньше, чем мотор у Chevrolet. Тем не менее, оторваться с Chevrolet, далеко оторваться от C-Crosser за все время, за эту неделю, что мы проводили тесты этих автомобилей, не удавалось. Насколько разные характеры у наших дуэлянтов позволяют очень точно почувствовать извилистое загородное шоссе. В отличие от прямолинейного Chevrolet, Citroёn, что называется, заводит, в буквальном смысле, навязывая водителю агрессивный стиль прохождения поворота. Рулевое управление здесь не в пример отзывчивее, чем у Captiva. По-спортивному точный руль радует постоянной обратной связью, а более короткая рейка помогает лучше контролировать траекторию в крутых поворотах, а при необходимости докручивать или распускать машину в пределах своей полосы. Крены также невелики, и затяжные пологие виражи даются Citroёn почти так же легко, как и Chevrolet. Но в отличие от конкурента, в подвеске француза присутствует некая двуликость. Если на поворот баранки оба автомобиля реагируют примерно с одинаковой задержкой, сказывается высокий центр масс и компромиссные настройки упругих элементов, то далее, в то время как Captiva упорно не желает крениться, Citroёn наращивает крен по мере повышения крутизны поворота. Не столь однозначно поведение француза и при движении по прямой. Высокочувствительное рулевое управление с легкой нервозностью реагирует на большую часть дефектов дорожного полотна, а продольная колея асфальта вынуждает водителя Citroёn постоянно корректировать траекторию движения. Плавность хода у французского кроссовера можно оценить на твердую четверку.
Упругие элементы Си-кроссера отлично сглаживают небольшие неровности и даже успокаивают обитателей салона легкой вертикальной раскачкой. Но крупные ямы отбиваются с заметным снижением комфорта. Впрочем, европейская собранность подвески Си-кроссера и почти легковые повадки – не такая уж большая плата за азартную управляемость и приемлемую плавность. Я отмечал еще с момента первой встречи с этим автомобилем, что машина имеет очень и очень хорошие драйверские замашки. Она имела отличную динамику, управляемость. Вот эти вот спортивные нотки в машине прослеживаются с самого начала. Когда ты садишься и берешься за вот этот вот небольшой, очень удобный по сечению и своим размерам руль. Смотришь на вот эти вот шкалы приборов, утопленные в два очень глубоких колодца. Берешься за рычаг КПП. В общем-то, все настраивает на довольно боевой спортивный лад. Это можно сказать и о плавности хода. С одной стороны, когда мы движемся по хорошему, вот как сейчас, только что положенному асфальту, машина никак практически не проявляет себя. И, может быть, она кажется, может быть, чуть более жесткой, чем автомобиль Chevrolet Captiva. Но стоит попасть в выбоины или еще что-то, все это начинает отдаваться в твой позвоночник. То есть машина начинает довольно нервно реагировать на выбоины и плохое качество асфальта. Это, как правило, подобное поведение очень характерно для автомобилей именно спортивных. Но мы сейчас говорим о кроссовере, о паркетнике, машине, на которой ты будешь ездить по городу, выезжать куда-то за город. И поэтому, как мне кажется, это все равно хорошо, поскольку подобным автомобилем всегда легче управлять, поскольку он предсказуем, учитывая то, что здесь система трансмиссии позволяет использовать как привод на одну ось, на переднюю. Можно подключить автоматический привод задних колес, можно заблокировать дифференциал. Отправляясь на бездорожье, мы не ставили перед нашими дуэлянтами непреодолимых задач, прекрасно понимая, что перед нами не самые подготовленные бойцы внедорожного фронта. Но раз уж у них есть полный привод и соответствующая внешность, пусть хотя бы докажут свою исключительность на фоне обычных легковушек. Выехать всей семьей на природу, преодолеть разбитую грунтовку к дачному поселку, да прорваться через легкую распутицу до грибных или рыбных мест. Вот, пожалуй, основной список требований, предъявляемых к автомобилям подобного типа. По геометрической проходимости силы дуэлянтов примерно равны. У Citroёna меньшая колесная база, дорожный просвет в 210 мм, но при этом больший передний и задний свес. Причем главным ограничителем проходимости Си-кроссера является низковисящая запаска, прикрученная под задним бампером. У Chevrolet Captiva меньше на 10 мм дорожный просвет и большая колесная база. Но в то же время угол въезда и угол съезда больше, чем у Citroёna, а запасное колесо, хоть и расположено в том же месте, не влияет на проходимость. Для оценки работы полноприводной трансмиссии оба автомобиля поочередно штурмовали песчаный подъем. Упражнение, к которому как нельзя лучше подходит определение с места в карьер.
У «Шевроле Каптивы», кстати, на этот случай есть помощник при спуске с горы. Правда, чтобы нажать заветную кнопку, нужно как минимум на эту гору подняться. Не старался американо-корейский кроссовер осилить вторую, самую сложную половину коварного подъема, так и не смог. А неприятным моментом стало то, что после сброса газа передние колеса успевают сделать лишний оборот, зарываясь в песок. Не получилось взять высоту и у Citroёn C-Cross'а. Причина того, скорее всего, кроется в непосредственной передаче момента от механической трансмиссии. Более плавный вариатор на сыпучем грунте работает куда эффективнее. Впрочем, это не помешало французу при каждой попытке оказываться в буквальном смысле слова выше своего конкурента. Принудительная блокировка электромагнитной муфты хоть и не дает стопроцентной жесткой связи с колесами, на бездорожье оказывается прогнозируемо лучше бесхитростного полного привода «Шевроле Каптивы». Так что вырваться из пыльного мегаполиса в пригородные пампасы, проехать к живописному водоему и даже под настроение порезвиться на песочке нашим героям вполне по силам. Но строить из себя матерых покорителей оффроуда не советуем ни им, ни тем более вам. Citroёn C-Crosser обладает несколько лучшими внедорожными свойствами, чем его сегодняшний конкурент «Шевроле Каптива». Там трансмиссия довольно простая, там постоянно крутятся 4 колеса, и, в общем-то, никаких даже электронных блокировок в дифференциалах не предусмотрено. Тем не менее, как показал опыт наш, когда мы пытались забраться на горку на одной и на второй, на песчаную горку на одной и второй машине, Citroёn лишь слегка на несколько метров опередил своего конкурента. Причем, как мне кажется, будь Citroёn оснащен шестицилиндровым силовым агрегатом, он бы легко въехал на эту гору и не пришлось бы возвращаться, пятясь назад. Что же такое бренд-инжиниринг? Реальный помощник покупателя при выборе любимой марки или узаконенное надувательство, поставленное на промышленные рельсы? Однозначного ответа на этот вопрос, увы, нет. Все зависит от возможностей и в большей степени от желания автопроизводителя. Но по большому счету ничего страшного в подобном способе размножения нет. Главное, чтобы этот процесс не превратился в банальное клонирование. И хоть уверенную победу в этом тесте одержал Citroёn C-Crosser. Именно его это касается в большей степени. Ну что, Саш, подводим итоги? Ну, в общем-то, да. И я могу сказать, что пусть и неоднозначным, не на все 100%, но лидером сегодняшнего мини-соревнования в нашей программе, в общем-то, стал Citroёn C-Crosser. И это, в общем-то, мне кажется, заслуженная победа. Саш, ты знаешь, я с тобой согласна, несмотря на то, что многие покупатели, автомобилисты все-таки любят свои машины глазами, но внешность в автомобилях далеко не все. Несмотря на то, что оба сегодняшние конкурсанты имеют внешность достаточно впечатляющую, на них не стыдно подъехать в компании друзей и на светские рауты, и на рыбалку. Но есть еще и ходовые характеристики, управляемость, маневренность, и это тоже важно. И в данном случае, мне кажется, что все-таки C-Crosser выглядел сильнее. Хотя это вообще, в общем-то, совершенно не означает, что «Шевроле Каптива» находится в аутсайдерах. Он тоже достойный и очень неплохой автомобиль. Словом, как всегда, дорогие телезрители, выбирать вам. Это была программа «Тест-драйв». С вами были Александр Гусаров и Алина Масманова. Всего вам доброго и до встречи. До свидания, удачи.